Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня в этом видео я хочу показать вам, как набрать вот таким вот интересным способом петли на спицы. Называется это болгарский зачин, но болгарский зачин с двойной кромкой. Я ее набирала в две ниточки. Вот на других ниточках. Вот так это выглядит с одной стороны, и вот так вот с другой. Этот способ отлично подойдет для начала вязания, допустим, варежек, можно шапочки, просто лицевой глади. При таком способе полотно, если связано просто лицевой гладью, оно не закручивается и выглядит все очень аккуратно. Вяжется он очень просто. Давайте я вам покажу сейчас. Покажу сначала не с двойным, а с обычным. Вот, в одну ниточку. Просто берем как обычно. Сделали первую петельку. Смотрите, как мы делаем дальше. Набираем обычным классическим способом первую петлю. Вот, набрали. Дальше нам вот этот вот пальчик нужно вот так вот перебросить ниточку. И набрать уже это и это. Вот. Получилась вот такая вот сдвоенная петелька с перемычкой. Опять набираем первую петельку обычным классическим способом. Набрали вторую петельку, пальчик поменяли и уже вот за заднюю стенку взяли и эту ниточку. Опять петелька с перемычкой. Опять одна классическая, пальчик поменяли. Вот классическая петелька, пальчик поменяли и еще одну. Как бы получается сдвоенная петля. Опять классическая, пальчик перебросили и так далее. Вот так вот у нас получается. Сейчас покажу, как с двойным краем набрать. Вот, то есть вот с таким. Для этого мы берем кончик нити, допустим, вот сложили пополам, да, его вот он у нас здесь, вот так вот сложили и набираем первую петлю. Все. Так. Набрали. И теперь набираем первую петельку классикой. Вторую поменяли пальчик. Набрали. То есть вот эта вот двойная ниточка должна быть на большом пальце. Первую классикой петельку. Вторую обратную. Классикой. Пальчик поменяли, набрали классикой, пальчик поменяли, набрали классическая петелька, пальчик поменяли, еще одну. Как видите, это очень-очень просто набирается. Давайте еще раз медленнее покажу. Обычная классикой. Пальчик вот так поменяли. И схватили вот за эту ниточку. И вот так вот у нас получается. Надеюсь, все понятно. Видео понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь всем ответить. Всем пока!